Хей, йоу, гайз, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием The Adventures Pulse. Ну что, я думаю, полетели в дешевый магазин. Купим там побольше хилок. А хилки нам, как говорится, всегда нужны. Плюс я же рюкзак еще увеличил, точно. 7 штук, все отлично. Мне больше ничем не нуждаюсь. 7 хилок это выше гор. А, нужно еще кошельку, да, что-то там принести будет. Кексики. А, кексики потом принесем. А, так, я хэв могу... Телес... Вишеп оппонент, джедра, драйв, инвенчес... Приключения, рискуя жизнью, помогает тебе... А я just могу тренироваться и рубины... Хэв тейк... Я могу дать вам... Что? Я... Я надеюсь, ты сможешь что-то исправить. Мы, Бин, можем редуктор, ничего больше 30 деревья. Hey, me told. Мне рассказывали keep away, вернись обратно на from. Тосты, объекты. Ты не должен снеки планс, какие-то печенье планы, потому что тосты это вы. Я не что-то мечты, я должен путешествовать, смотря рубинов. И ты должен. Сейчас мясо, лицо, жизнь очень плохая, потому что вы не возвращаетесь. Динозаврный центр битвы, сохрани и тосты. Но не иди обратно в старый куда-то. Ты должен бэк вернуть митинг. Питательных людей, жителей, you know, ты знаешь, а ты не используешь людей, как так? I is not believing, я не могу поверить в это. Ты выжил? Ты можешь поверить, я прошел локацию до конца миссии в мейнфрейме. За время, скорее всего. Фрейм. Время. Я вон что-то брик. Брикдаун и рай. Я думал, я... Оф, так. Нету времени хелш планс. Панс. Время финального... Таска, ты должен бесплатную Леди Франкс. Она held map meals, моя карта и я переворот. Ага, королева. Королева чего-то. Бубликов, пончиков. Прямо около арены. Ну, поехали. Мелс Минс. И если у нас какая раз будет 5 рубинов, пойдем к домику, чтобы этот листик пропал, если он пропадет. Воу-воу-воу. Это жабка делает.
Понятненько. Да, вот этот жучок, он довольно хороший против таких. Так, медовая площадка. Так, короче, зеленые это метальщики. Зеленые это метальщики. А я вот думаю, я сейчас иду туда, а смысл есть в этом? Спасибо. Ведь я могу сделать так. Взять кота, да и все, я мог бы... По идее, вот это бесполезные драки не делать. Если так подумать. Ну ладно. Полетели. Котик, ложись. Так, сначала денежки. Потом кексик. Теперь можем ехать. И не нужно даже тостер использовать. Если так подумать. Ну да, у меня 7 хилок, слушайте, это очень много. Попробуем. Нет, там ничего не было. Я подумал, вдруг там что-то будет. Просто кто знает, что там могло быть. Оп. А-а-а, прикольно, ладно. Я не достаю. Не достаю. Как их много. Так, готово. Да, ударься ж ты, человек-сосиска. Теперь даже выход на сундуке открывать, пока у меня не все фул предметы. Чисто словил лицо чернилом. Чисто ловлю чернила лицом. Так, кексик я нашел. Отправляемся. Пойди, у нас в этой серии должен быть босс. Оп-оп. Меня еще и вымотать успели. Меня еще и вымотать успели. О! Спасибо.
Но этого опыта довольно много, поэтому мне пришлось их уничтожить. Готово. Отлично. А, я низ открыл, я понял. Атаковал. Ай. Ай-яй-яй. А, хотя бы монетки получу. Подожди, а с другой стороны у нас ничего не было? Нет. Может, здесь спрятано? Нет. Тогда отправляемся далее. Минус одна хилка. Ну типа для облегчения игры, если ты хочешь, ты можешь себе просто прокачать мешок, да и все. Ну хотя бы мне хп у меня было до хера мало. Так, chase from animals to drop loot. Ого. Ого. Враги дропают вещи. Ну это ладно, полезно тоже. Мне интересно, когда я смогу увидеть. Ни хрена он меня пробивает. Уж ты ж ё. Так, подожди, это сколько мне... Так, кошака нужно найти. Так, мы отправляемся в поиски кошака. Кошак, кошак. Отправляемся. Ты мне нужен. Так, это получается у меня минус... 7 хило. Ну, ой, минус 2 хилки, да? Правильно же я посчитал? По идее, да. Ну, в принципе, они дешевые, типа, по 30. Что у меня с мечом? Типа каждый раз он у меня улучшается, когда я поднимаю уровень. Я правильно понимаю? Кажется, да.
Леди Бублик. О мой, я вот необходимо имя твое. Я могу освободить вас, но за это лот скажет тост. Тосты люди нуждаются в вас. Что здесь происходит, жук? Или таракан? Нужен Undertown. You must. Ты должен подчиняться мне. Я могу тебя. Я леди Пончик. Правда повернет в бесплатные мои люди. Освободи моих людей. И я... типа, ничего не сделаю тебе. Дес, полное в моей голове. Кому нужен вообще Undertown? Леди Панк. Ах. Who can say? Кто не может в панке, кто не может есть речь людских супер тосты, леди Пончик. Я должен обнулить правду королевы Андерстад. Большое спасибо тебе, Сахарок. Спасибо тебе. Ты мясной жук. Я типа вернусь. О, мне дали стикер. Вот, ребят, это стикер, как раз о ком я и говорил, помните? Ланчес. Котик. Котик идет со мной. А, с другой стороны, я все равно здесь никак иначе не сделал ничего. Гомнюк, он думал мои монеты спереть. Ага. Сейчас бы я ему позволил это сделать. Опыта. Блин, нужно было на него прыгнуть просто. Подожди, так я по 8 дашь закупаюсь или по 7? По 7. Так, я думаю, ну это не просто. А. Подожди, это последний уровень. Ладненько. О, большую хилку принес мне, спасибо. Супер полезность. Он почти убил. Я думал, чтоб меня вот этот сейчас здоровяк не убил. Готово. Фух. Отлично. Так, мне сюда нужно, но и давайте я, наверное, в лес.
Я попробую. Получится или нет? Если нет, я могу попытаться взорвать дверь. Как вариант. Походу эту дверь можно было только вначале сломать до того, как это все произошло. Давайте попробуем. Да, нельзя ее больше сломать. Печально. Туда можно было зайти и получить стикер Hollow Knight. Теперь этого сделать нельзя. Херово. Очень херово. Ладно, давайте как раз здесь с хилками закуплюсь и кексики обменяем. Муха-жираф. Шапка. Типа... утконос? Ладно, нет. Так, хилу мы закупились. В принципе, да. Можно отправляться. Ты уже собрал 5 рубинов? А, да. Это было легко, я нашел это для вас. Ха-ха. Ты серьезно доверился мне? Ты полный идиот. Моя трап ошибка. Но это было на самом деле ожидаемо. Ха. И это что-то, ты реально доверился мне. Я посмотрю больше возможностей. GitHub. Что-то взорвать отца. Потому что я взрывной тебя. Тебе не остановить фейс лицо. Я не думаю насчет этого. Вот тебе новая флеш ослеплялка. Не думай, что остану каминг. Последуешь за мной. Это последняя одна план в пещере. Это опиудопиум. Это финальный штрих моей злой схемы. И тебя... вот, остановит меня. Твое приключение закончится. Время пришло. Увидимся. Я надеюсь, ты... иронию ребенок сопосит есть овощи. Это одна. Иди за тобой. Нифига себе. Я понимаю, мне просто нужно бежать. Ух ты ж ё. Так, а что я мог поделать, если я...
Блин, он как бы и не быстро движется. Ладно, он глупенький. В какой-то степени он глупенький. Найс. Оп. Оп. Давай, 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 давай. О, китик, здорово. А там внизу какой-то портал. А, то свиножка. Хм. Ты спас меня? Спас тебя? И как же? А ты съел этого гиганта, овощного гиганта. Что ж, хотел съесть меня? Он хотел съесть себя. Я стик использовал палочку салата, проигравший что-то там. Возможно, ты хэв хочешь бин быть бойцом овощей, которые хотят съесть меня. Мистер Би, мой parents, родители, и я helping, помогаю одной рабой нитит обязанности. Это опи-допи. И это я не speak, я не разговариваю с любимым что-то, а я знаю, должен персон, кто сорты, все эти. Мое путешествие, я Фаундли, наконец-то, Мистикал Сити, мистическое место, или город. Я и тичер, я учитель в Ментрон. Я могу помочь тебе, ты, Кен, можешь, идем, I take you, я расскажу тебе. Или я дам тебе. Ух ты ж, это есть новая локация. Так, давайте просто ее рассмотрим. Ну, это арена, понятненько. Один. Тут закрыто. Пускай это будет два. Три. 4. Четыре, пять. Сейчас у меня открыт магазин здесь, город и еще ж Колизей. Давайте тогда мы в следующий раз сходим в Колизей. Мы с вами сходим. Да, в эти все три места. Ну блин, насчет Колизея даже не знаю. О, смотрите, у него тут снова шапка меняется. Ладно, это странно. Или в Колизее. Ладно, давайте в Колизее сбегаем и посмотрим, что вообще могу сделать. У меня все равно все хилки есть. Количество большое. Вот крабики, о которых, да, я говорил. Сразу переключаемся на бомбы. Стеклянные платформы. Вау, вау, вау. А вот они посильнее будут.
серьезные, несерьезные враги. Я забыл! Я забыл. Так, это точные попадания. Ай-яй. Да ёлки-палки. Колизей на самом деле очень довольно быстрая вещь. О, вот это что новенькое. Как бы то ни было, я не знаю, что это. Ну как мне с этим поступить, если бы точнее. Окей. Подожди, я еще ни одной хилки не потратил, серьезно? Да, говорился. Стоп, стоп, стоп. Рай. Я еще один раз тупанул и сам взял хилку. Жесть, котик. Ну, как-то, ребята, вот так. Поэтому давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.